Поймали террориста, который едва не пустил под откос российский поезд, сообщает Думская НЭТ. Одесское управление службы безопасности Украины задержало жителя Приднестровья, которого подозревают в совершении террористического акта, имевшего место 24 декабря 2014 года на железнодорожных путях между станциями «Застава-1» и «Одесса-Западная». Напомню, самодельное взрывное устройство мощностью 360 граммов в тротиловом эквиваленте сработало под вторым от локомотива вагоном, грузового состава. Поезд следовал с грузом угля в Ильичевск. Взрывом были повреждены рельсы и две шпалы, но состав почти не пострадал.